кого ты у нас такой, а? Ну почему опять двойка по математике? Потому что я смеялся за словом многочлен. Понятно, в кого. Сережа? А что, Сережа, не факт-то как-нибудь смеяться за словом многочлен? Там весь класс, наверное, смеялся. Надо название нормально придумать, правильно? Ничего неправильно. Нужно серьезно относиться к учебе. А как серьезно относиться, когда они пишут, что треугольник описанный? Так, все. Мишань, хорош, мама правильно говорит. Надо посерьезнее быть, потому что сейчас все цветочки. Потом ягодки пойдут, там физика всякая. Выйдет учительница, начнет абонитовую палочку натирать. Там в руках все надо держать. Ты что, больной? Нет, ну правда, ну что, у тебя в школе не было такого, что там к X, Y еще одну букву подписывали? Какую букву? Так, все, стоп. Да. Я сама разберусь. Значит так, сейчас мы начнем произносить все эти слова, пока они не перестанут быть смешными. Понятно? Понятно! А ты чего ржешь, а? К тебе это тоже относится. Надежда Васильевна, извините, пожалуйста, а мы будем проходить озеро Титикака и Гондурас?